Привет, Рэйчел. Ты отлично выглядишь. Сколько прошло лет? 20. У нас были замечательные времена. После нашего расставания я узнала, что беременна и родила Элла. Я никогда не говорила тебе о нем. 2 недели назад у него была авария. Машина съехала с дороги, и он погиб. Я Майки, был лучшим другом Алана. Неужели? Что? Ты отец Алана? Да, это так. 2 недели назад я даже не знал, что у меня есть сын. Он был бы очень рад встрече с тобой. Думаешь так? Определенно. Я рада, что приехала сюда. Разве это не его учительница Алиса? Привет. Да, директор Томас сказал, что ты приходил к нему. А вы кто? Я была его девушкой. Он был влюблен в Алису, его учительницу. А ты его любила? Ну, я не могла отвечать на его любовь так, как он хотел. Она проклята. Я согласилась посмотреть концерт его группы. Когда все закончилось, он просил меня поцеловать его. Ты это сделала? Вы очень похожи. Ты не сдавайся легко. Алан сделал что-то серьезное, требующее жесткого отношения. Если буду жаловаться на Алана, зачем? Он меня мучил, он слежал за мной, куда бы я ни пошла. Ты его предал. Это твоя вина. У меня нет других детей, только Алан, и я только начинаю все понимать. Он разрушал мою жизнь. Он был замечательным мальчиком. Он был талантлив. Он был любим.